пятница. Ребят, всем большой привет. Добро пожаловать в хижину музыканта. Меня зовут Раиль Арсланов. И сегодня совсем не разбор у нас намечается и не кавер. Как вы поняли, сегодня будем обозревать новый альбом группы «Пятница» под названием «Ку», который вышел 15 февраля 2017 года, как раз таки в качестве подарка к моему день рождения. Ветер, найди нас, чудаков. Были близки, ты далеко. Сегодняшний обзор будет очень интересным, потому что эту группу я очень сильно люблю. Сегодня буду делиться своим мнением по поводу этого нового альбома, и поэтому не претендую на всякие там ваши грозные комментарии по поводу того, что вы не согласны с этим. Ну а если вам все это интересно, мы приступаем к обзору. Поехали. Ребята, с выхода второго альбома группы «Пятница» прошло целых 12 лет. Это очень большой срок. Я не помню, как я родился на свет. Был он белым, бля, или зеленым, это не важно. Андрей и Сергей развивались отдельно, то есть у них были свои сольные карьеры, поэтому они привнесли в творчество группы «Пятница» что-то новое, что-то свое. А в новом альбоме «Ку» они не пытались обмануть зрителей и показать себя такими же молодыми, там, как студенческие годы, как парни из общаги, дерзкими, вульгарными. Их музыка стала более возвышенной, их текста стали более осмысленными, и это мне больше нравится. Пропала, конечно, чуть-чуть вульгарность даже, дерзкость. Но именно поэтому последний альбом мне нравится больше. Последние синглы, которые выходили до третьего альбома после Reunion'а, мне нравятся больше всего, потому что это настоящая музыка, настоящее настроение. По сравнению с теми треками, которые были раньше, они как пощечина общественному вкусу по Маяковскому. Поэтому этот альбом мне очень сильно понравился. Он радужный, как они сами его обозначили. И он дарит действительно настоящий праздник настроения, поднимает жизнерадостность и мотивирует на новые действия. Долго на окне не держи, а то убежит каждым утренним лучом. Дорожи, пусть только наверх будут этажи. Жи-жи-жи-жи-жи-жи. Иногда над тобой летают амуры, или день был хмурым. Все стороны равны, разные нити. Цените, дети и взрослые, рослые, низкие, искренне друг друга понимая, видят одно. Ребята, вы, конечно же, хотите знать, какие же песни понравились больше всего мне? Ну, конечно же, это самые яркие и задорные, на мой взгляд, песни этого альбома. Это песня «Вверх», «Далеко», «Але», «Настоящий» и «Раздетый». Больше всего понравилась песня «Раздетый», и поэтому я хотел исполнить эту песню в конце видео по традиции. Вы же знаете, что исполняю в конце песню. Но я попробовал спеть, и все эти песни довольно высоко поются, и красиво у меня не получилось, к сожалению. Поэтому хотел песню «Настоящий» спеть. Тоже непростая оказалась. Поэтому спою песню «Далеко», которая более-менее в моем исполнении она прозвучит. И прослушать вы сможете мой кавер в конце ролика, поэтому досмотрите ролик до конца. Ребята, вы привыкли слышать группу «Пятница» в своем фирменном стиле, таком чистом, живом, без всяких лишних примесей и электронной музыки подавно, да? Вы привыкли слышать гитару мощную, настоящую акустику, и два голоса. Порой использовались битбокс и имитация инструментов ртом Сергея Бабкина, да? Так вот, в этот раз, чтобы стиль развивался, ребята попробовали привнести что-то новое в свой стиль, в свой жанр. И это у них получилось, на мой взгляд. Потому что это очень такая тонкая грань, ребята. Чтобы не потерять свою уникальность и в то же время какое-то развитие получить, нужно аккуратно подходить к вопросу введения новых инструментов в свой жанр, в особенно их жанр и стиль. Вы сами понимаете, что вот этот дуэт, они лишь вдвоем придумывают всю музыку и исполняют вживую. Им сложно что-то новое привнести, потому что их всего лишь двое. Можно, конечно, привнести новые инструменты, но это уже поменяет стиль. Но они сделали это ловко и смогли сохранить свою пятничную атмосферу. Что же они сделали? Да, изменился их саунд, они привнесли новые инструменты в свою музыку.
Они использовали инструмент ситар в песне «Настоящие». Они использовали горловое пение в песне «Почему?» и был привнесен рок-саунд в песню «Витаема», где использовались наконец-таки настоящие живые инструменты. Это бас и ударная установка. Раньше, то есть, Бабкин имитировал все это, а теперь это все звучало по-живому, по-настоящему. Использовалось большое количество подручных средств, ребята. Я смотрел этот ролик, где показано, как они записывали в студии, как звучит там ложка, там подбежит, ударит в коробку. Использовался кахон и всякие другие подручные средства, которые даже не музыкальные. Поэтому это очень интересный ролик, и здесь вы его сейчас можете увидеть. Человек человеку, ку, человек человеку, ку, человек человеку, ку. Давай, давай музыку. Человек человеку, ку, человек. Как видите, процесс записи третьего альбома проходил очень-очень интересно и весело, как и всегда, я думаю. Но, несмотря на то, что они привнесли вот что-то новое, все-таки атмосфера пятничная осталась. Старая добрая пятница все еще продолжает радовать нас своими остроумными скороговорками, бешеными речитативами. Такие речитативы встречаются в песне «Опана», «Ку», в песне «Самолет». Ну и также по традиции используется битбокс и имитация инструментов ртом Сергея Бабкина. Также выкрики всякие дикие, которые присущи этой группе. Ну и живое, настоящее настроение, солнечное, радужное. Эти песни у меня ассоциируются, и вообще сама группа, с чем-то приятным, светлым, воздушным, настоящим, мотивационным, даже так скажем. И все время приятно это слушать, все время группа звучит свежо. Вот приятно прикоснуться к чему-то новому, а к пятнице можно прикасаться бесконечно. Потому что это всегда звучит свежо. Я так хотел подниматься в гору без рюкзака. Я так хотел видеть океана каждый закат. Я так хотел, чтобы мы наверх и никогда не спать. И не спать, не спать, дай мне тебя понять. И после всего вышесказанного, ребята, как вы думаете, какой же балл я поставлю этим ребятам из 10? Я сегодня щедрый. Поставлю 9 баллов из 10. Альбом получился очень классным, несмотря на хейтеров, которые говорят, что группа уже не та. На самом деле, очень даже та. Они стали еще круче, на мой взгляд. И наконец-то их бренд освоился. Они вот такие, какие есть, к чему шли все эти годы. Вот такими они должны быть, на мой взгляд, и звучать всегда. Ну, конечно же, без развития не обойтись. Но с вами был Раиль Арсланов. Это «Хижина музыканта», только здесь настоящая музыка и настоящие разборы песен на ютубе. Ребята, подписывайтесь на наш канал. Около кнопочки «Подписаться» есть колокольчик, на который нужно нажать, ребята. Нажмите, ничего не случится, компьютер не взорвется, но зато вы получите уведомление о том, что группа «Пятница» выпустила 4-й альбом очень скоро. Я их заставлю выпустить этот альбом. Ставьте лайк и до скорых встреч. Всем пока. Давай сегодня, завтра нас с тобой уже не будет здесь. По переходам рассеянно идешь или бежишь ко мне. И стереофонтан, и можно все, что хочешь ты. Все отдам. Ветер найди, нас чудаков. Были близки, теперь далеко. Ветер найди, нас чудаков. Были близки, теперь далеко. Ладно, пошли. Все, поехали. Самолет.
Используется также битбокс, имитация инструментов ртом Сергея Бабкина. Это же самое по себе звучит. Вот это бы заходило. Если мы два идиота ржем, то это бы заходило. Она лишь шутки, я гей. Так еще четко сказал. Ты сейчас за фоном там пип-пип, оператор матерится. Ну и ребята... Так, нет, не то. С ребятами заколебал. Ну и как после этого жить? Конец крыши. Жопу. Нарезки трэша пошли было, серьезно. Да, да. Тебе впервые напишут нормальный фон. Да, да. Слушай, а может эту гитару поставить сюда куда-нибудь в кадр, нет? Сейчас уже лично, до этого... Тут и так все меняется. Меняется одно, другое. А, я сижу, как Будда. Ну, интереснее будет смотреть. В конце вообще ни компьютер, ни рабочего стола, вообще пустыни, короче.